Ой. Это зимние яблоки. Я их не помню, какие они на вкус. А их никто не помнит, потому что их никто не ел. Обалдеть. Они первый год. Обалдеть. Первый год. Вот виноград. А виноград уже собрали урожай? Виноград собрали, все. Так. Виноград. Ой, красота-то сегодня какая. Сегодня последний будем доедать виноград. Ага. Там, лежит. И вот эти, но это что-то не очень урожайное, да, вот это вот яблони? А это да. Что-то она какая-то колоновидная осыпалась. Хотя яблочки вон видать. Ну, по-моему, я их, по-моему, пробовал, они деревянные, по-моему. Ну, это тоже зимние. Тоже зимние. Они должны полежать, прежде чем... Виноград. Ну, тут урожай весь уже почти собран. Хотя, вон, помидорки еще, или это перцы. Перцы, да. Так. И подъедешь. А, он физалис. Так, пойдем за тележкой. Давай. Ой, не, ну слушай, яблоки просто красота какая-то. А. Ай, красивая. Так, ну-ка, что там за дом? Ну так вот у нас такое вот выросло все. Ой, яблоки. Как вкусно все. Яблоки там в кустах лежат. И прям такие краснобокие, потом подниму. Это курятник с курочками. Ну там курочки, короче. Это вот так вот все заросло. Здесь мы шашлык жарим. А там курицы. Цыпа. В общем, да. Вот такой яркий куст растет у нас. Офигенно красивый. Это гараж батин. Ну, короче, гараж. Челька. Ну, это давно ее поставили. Еще это мое произведение. Заказывал я. Потом с батей переделывали. Вот. А, еще наша гордость. Хотел Денису показать. Эту, как его, дорогу. У нас теперь к нашему дому асфальтированная дорога. Асфальтированная, настоящая. Шикарный подъезд. Вот. И мало того, сделано даже к гаражу. Сейчас покажу. Вот. Это моя машина-старушка. Ремонту просит давным-давно. А он вот такая вот прям вот. Очень красивый куст. Не знаю, как называется. Это дрова для бани. Вон твоя крестная дочка. Она такая здоровая уже. Похоже. Это из глины. Сама спекла. Круто. Пошли красивые яблони. Яблони вообще обалденно красивые. Берите фотоаппарат и давайте фотографируйте. Я не видела ее. А может быть его уронить? Не надо, он разобьется. Да? Конечно. Конечно, расколется. А где ты взяла его? Она его слепила из глины. Понятно. Это урожай. Снимаю, хочу Денису послать видео про батин дом. Юль, помаши. Туфли-то новые? Да. А я же классные. Я не видела. Я уже в них приезжала. Тачку берем. Ехаем. Сам поедешь. Я что поеду? Нафиг я поеду. А куда ехать? Далеко? Нет. Тебе помощь нужна? Поехали вместе. Сына, вот. В киоск. А, в киоск? Все, сейчас поеду в киоск.
Все, ну выключаю. Еще? Так, какую-нибудь мне одеть одежду сверху? Ну, я вот эту вот одену сейчас. Сейчас я Дениске хочу. Это наш камин. А уже и баня готовая будет, наверное. Ну, классно. Из-за вас это топил вообще-то.